Здравствуйте, меня зовут Надежда, мне 40 лет. Я пришла в программу, увидев рекламу случайно, и решила попробовать в связи с тем, что давно диеты уже не помогают. Я стала набирать вес, и весь этот вес стал откладываться у меня вокруг живота. Плюс была выявлена инсулинорезистентность. Я более 2 лет уже ограничила потребление быстрых углеводов. Это не только сахар, сладкое, это и белый хлеб, и булочки, и любые соусы, все, что содержит сахар. Поэтому просто убрать углеводы мне уже не помогало. Вес не только не тормозился, но и набирался. Сильные физнагрузки, да, приводили к каким-то временным результатам, но вес возвращался и даже с большим. Было большое сопротивление. Вначале прям был очень сильный негатив, но благодаря практикам получилось справиться. Получилось понять, а с чем это связан негатив. Я боялась изменений. Изменения мои могут привести к негативным изменениям в семье. Да, изменения произошли, в основном это психологические изменения. Также происходят изменения в моей семье. Поняла, что у меня есть моменты, которые я заедаю во время каких-то сильных переживаний, не понимая того, я просто ем фрукты, не чувствуя их вкус. У меня есть проблема, когда мне нужно делать все быстро-быстро, набегу, я также ем, не понимая вкуса, не наслаждаясь едой и не наедаясь в итоге. Я стала наедаться с намного меньшими порциями, я стала чувствовать вкус еды, я стала получать от этого удовольствие. Я не увеличила физнагрузки, а наоборот, в какие-то дни у меня были диванные дни, когда я просто лежала, отсыпалась и ничего не делала. Но при этом я похудела на 3,5 килограмма, и у меня ушло 12 сантиметров в объеме. Я буду продолжать работать в программе.